Как показал опрос, жители Мирного недовольны ценами. По словам горожан, предприниматели наживаются на покупателях, да и ассортимент в магазинах вызывает нарекания. Подробности в сюжете моей коллеги Марии Урцевой. Жители Мирного недовольны ценами на продукты в магазинах. Считают их слишком завышенными. Приехали когда сюда, цены, конечно, были нормальные оттуда, откуда я приехала. Но сейчас это невозможно. Ассортимент хороший, но единственное, что цены, конечно, ничего не возьмешь. Даже детям. Наверное, немножко завышено. Ассортимент широкий, но хотелось бы, может, еще чего-то. В условиях города Мирного, потому что у нас всегда было дорого. А ассортимент вас устраивает? Разнообразный? Нет, в последнее время что-то не очень. Чего не хватает? Я думаю, что молочки, может быть, не хватает. Каждый предприниматель устанавливает цену на товар, исходя из понесенных затрат. Единственное, что могут контролировать местные власти – наценку на продукты из списка социально значимых продовольственных товаров. Мы живем в условиях рыночных отношений, когда цены формируются с учетом спроса и предложений. То есть цены освобождены от государственного регулирования на продукты питания. Но, тем не менее, Якутия – единственный регион, которая воспользовалась правом установления торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Данные торговые надбавки контролируются как Управлением потребительского рынка администрации района, так и проверяющими органами. В этом году у нас было наказано 3 субъекта бизнеса, и общий штраф, который они заплатили, составил 150 тысяч рублей. В 2016 году правительство Республики Саха-Якутия утвердило постановление по контролю предельных размеров на социально значимые продукты. В список вошло 10 наименований. Хлеб, мука, сахар-песок, рис, крупа гречневая, макаронные изделия, яйца куриные, масло подсолнечное, молоко и детское питание. В Мирненском районе добавили к списку еще один – мясо кур. Наценка на эти продукты не должна превышать утвержденные тарифы. Мария Урцева, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».